Дорогие друзья, всем привет! Сегодня обзор покупок из Fix Price. Любимая наша тема. В обзоре будут товары с указанием цены, с вариантами применения, но все, что вы сегодня увидите, я получила в подарок от своей подруги и подписчицы, и теперь уже владелицы своего собственного канала Светланы Маркеловой. Канал Светланы Маркеловой стремительно развивается. В роликах Светланы Маркеловой вы можете увидеть рецепты заготовок на зиму, консервация, заморозка, обзоры покупок из Fix Price, Ашана, ленты с сайта AliExpress. Светлана прекрасная хозяйка. В ее доме уют и идеальный порядок. Она замечательный кулинар. Ссылку на канал Светланы Маркеловой ищите в описании под видео. Итак, мы поехали! Вот такую чудесную большую посылку я получила, и что же в ней содержится. Итак, первое, что я получила в подарок, вот такой вот чудесный коврик для посуды. Это такая прелесть, это просто мечта. Я когда ходила, смотрела, думаю, ну вот у меня есть маленький за 55 рублей, но мне очень понравился за 99 рублей тем, что он побольше. Сейчас идет заготовка, мыть банки ставить, вот прям самое то. Что собой представляет этот коврик? Он обшит с обеих сторон, внутри поролончик, вот. То есть вот с одной стороны белая с узором ткань, с другой стороны просто зеленая. Внутри поролончик и края вот так чудесным образом все подшиты. Супер коврик, Светлана, спасибо большое, буду пользоваться и вспоминать тебя добрым словом. Следующее, что я получила в подарок и чему я несказанно рада, это пригодится вот всегда любой женщине на кухне. Это вот набор вот таких замечательных салфеточек. В нем 3 штуки в наборе. Ой, не 3, здесь 4 штуки. Обалдеть, здесь 4 салфетки. Так, и сколько стоит такой набор? Я не знаю, но мне кажется, скорее всего, 55 рублей стоит. Вот тряпочки все стоили 55 рублей. Вот. Классный набор салфеток. Обалдеть. Я получила вот такой вот чудесный спонж для умывания. Спонж для умывания. Он упакован в коробочку. Сейчас откроем его и посмотрим. Я видела в обзоре Светланы, что она покупала себе такой спонжик. И я так подумала, что, наверное, надо тоже мне купить и попробовать. И вот теперь я это получила в качестве подарка. Итак, имеется здесь чудесная коробочка, которую в дальнейшем можно использовать совершенно по-другому, так как вам заблагорассудится. И сам по себе спонжик представлен в виде губочки такой вот мягенькой. Так, сейчас все открою. Ой, такой мягенький. Вот он такой вот прям вот мягкий. Вот он, прелесть какая. Малышок нарисован. Вот лицо умывать, одно удовольствие. Спасибо. Классная штуковина. Обязательно буду пользоваться. Вот, пускай он отправляется в свою коробочку на место. Вот такая красота. Дальше что там еще интересного? Получил в подарок вот такой бумажник для кредитных карт. Состоит он из 6 слотов. Стиль милитари. Классная карабулька. У меня, как Илюша увидел, мама, это чур мне. Так вот открывается. И здесь у нас могут размещаться карты. Будь то это кредитная, зарплатная. Та же карточка из магазина, из любого, дисконтная. Сюда войдет, можно, допустим, в один слот поместить даже несколько карт. Чудесная штука. Мне она очень понравилась и стоит 50 рублей. Классная штука. Вот так захлопывается. Просто прелесть. Так, что еще здесь, что еще? Когда я последний раз была в магазине Fix Price, я увидела эту штуковину, и мне очень захотелось ее себе взять. Но Саша меня так торопил, и говорит, что ты меня торопишь? Он говорит, да ты сейчас наберешь себе не знаю сколько. Я говорю, тебе жалко, что ли? Короче говоря, он меня утащил. Не дал мне это купить. И, как оказалось, я вот такую штуковину классную получила теперь подарок. Что это такое? Это мерные ложки. Стоят они 99 рублей. Итак, маленькая ложка на 25 миллилитров. Дальше ложечка на 50 миллилитров, на 100 миллилитров
и на 200 мл. Вот такая вот красота. Очень удобно для приготовления пищи. Вот они, мерные ложечки. Отмерил, их помыл и убрал. Вот они так опять вот раз и складываются, и становятся плоскими. Вот так собрали в кучку и убрали. Вот такая прелесть. Мне очень понравилось. Я сразу на них обратила внимание. Там несколько цветов. Желтые, там зеленые, синие, вот оранжевые. Какие угодно. Вот имеется крючочек, можно на стенку прикрепить, повесить их. Или же хранить в столе, кому как угодно. Классная штуковина. Мечта любой хозяйки. И я просто счастлива. Что еще интересного я получила? А получила я вот такой чудесный шоколад. Я знаю точно, что это фикс прайс продается. Аленку я покупала, Красный Октябрь, по цене, по-моему, 55 рублей она стоит. И вот такой шоколад, вот горький шоколад, это мой любимый шоколад. Я очень люблю именно горький шоколад. Классный шоколад, обожаю. Светлана, спасибо большое. Это дети порадуются, а это я с Сашей. Классно. Следующее, что я хочу показать, и чему будет несказанно рад мой сынок Ванюша, это вот такая замечательная игра. Play the Game, динамический конструктор, лабиринт со стеклянными шариками, 15 штук. Создай интересный лабиринт с крутыми виражами. Правда, здесь он от 5 лет, но полежит немножко, потому что Ване немножко совсем сейчас это будет не по возрасту, он все шарики точно растеряет, стеклянные, в рот начнет пихать. Деталюшек много там всяких разных. Сейчас открою, посмотрим, что это за игрушка такая. Ой, какая красота! Так, вот они, детали, которые нужно будет собрать. Вот тут пакетик, в нем шарики, которые в итоге потом будут кататься по этому лабиринту. Вот сколько всяких разных деталей. Так, и что еще предлагается? Инструкция. Как можно будет ее потом собрать. Вот такая прелесть. Классная игрушка. Замечательная игрушка. Но приберу, пока ему показывать не буду. Вот такая красота. И это еще не все. Еще вот такая вот чудесная игрушка. Также Play the Game, конструктор, транспорт с инструментами. Стоит 99 рублей. Также по возрасту от 5 лет. Собери и играй. Ну, Ване вот такую игрушку можно уже дать. В принципе, машинку он соберет с удовольствием и будет ее катать. Вместе мы с ним посидим, поиграем. Классная машинка. Сейчас откроем, посмотрим, что здесь у нас. Так, вот это детали мелкие в отдельном пакетике. Ключи здесь. Болтики. Ну и дальше уже детали пошли вот так вот россыпью. Колеса. Вот. Такие вот разные-разные детали к этой машинке. Не буду я сейчас все вынимать. Все тут есть. На коробке на самой нарисована инструкция, как собирать. Соберем и поиграем. Вот такая вот чудесная игрушка для моего малыша. Но это еще не все. Это еще не все. А еще что я нашла в чудесной посылке? Это аджика, которую можно добавлять в томатную пасту, размешать, и получается чудесная-чудесная приправа. Это аджика из Абхазии. Запах стоит, вот как открыли посылку, вот такой запах специями, травами стоит, вот просто обалдеть. И еще один мешочек
Здесь уже специи для плова. Я обожаю делать плов, готовлю его в мультиварке. Получается очень вкусно, а со специями будет еще вкуснее. Так что вот такой чудо-подарок наша семья получила от Светланы. Мы очень благодарны, рады и счастливы. Получать подарки – это истинное удовольствие. Дорогие друзья, на этом все. Спасибо большое всем за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. Кому интересно, по ссылке проходите на канал Светланы. А мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всем пока-пока.